Свои подворья участники 5-го международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья» начали готовить буквально с первыми лучами солнца. Правда, любоваться этим природным явлением им было явно некогда. Когда каждый стремится представить свой регион с лучшей стороны, удивить гостей праздника совсем непросто. В этом году организаторы предложили новую концепцию. Центральное место на подворьях отвели названием реально существующих деревень, об истории и традициях которых нужно было рассказать интересно и познавательно. Ленинский район в этом году представляет деревня Букча. Отметно то, что деревня это существующая, и в нынешнее время это крупнонаселенный пункт Лечицкого района. Люди любят заниматься бортничеством. Это древнее ремесло. На сегодняшний день у нас в районе насчитывается более 200 бортников. Людей, которые сами занимаются бортничеством. И отметно то, что в прошлом году, в 2017 году, данному виду ремесла, бортничеству Лельческого района придан статус историко-культурной ценности Республики Беларусь. Откуда пошло название вёски Якимы? Давным-давно был такой вельми гонорливый пан Скороднянский. Был он вельми гонорливый и говорил завсёды, что я не такой крови, как вы, что во мне течет голубая кровь. Ось, когда он пришел до селян с таким задранным носом, и зацепился за камень, упал, и когда упал, потекла из его червоная кровь. И люди начали кричать: «Якимы, да гляньте ж, гэты пан такі якімы, якімы, яго ж червоная кров». Народные промыслы и традиции на нынешнем фестивале «Зов Полесья» были представлены особенно широко. Начиная от древних игрушек – свистулек. Василий Савич из деревни Богдановка Лунинецкого района изготавливает их уже не одно десятилетие. В руках мастера они не просто свистят, поют. Вот такая мелодия. Ну, если на болоте, так осец косит. Особое место на фестивальных подворьях – меду. Специалисты даже составили рейтинг полезных продуктов пчеловодства, первое место в котором занял пчелиный яд. Он сильный антисептик, он тонизирует человека, очищает сосуды от холестерина и разжижает кровь. Это самое надежное средство для лечения здоровья человека. И мы выпускаем мед такой с добавлением пчелиного яда и пчелиным подмолом. И очень хорошие результаты. Фестиваль «Зов Полесья» проходит на протяжении одного дня, а поэтому для того, чтобы обойти все площадки, нужно очень постараться. Тем более, что возле этнокультурных подворий расположились еще и торговые ряды с продовольственной и промышленной продукцией белорусского производства. Плюс традиционные народные игры, праздник бытового танца и спектакли белорусского народного театра «Батлейка». Этот вид искусства на территории Беларуси получил распространение в XVI веке. Причем основной репертуар состоял из постановок на библейские темы. Сегодня он значительно расширился. Сегодня вашему вниманию кукольное представление «Курочка Ряба». О том, как курочка Ряба снесла яичко. Да не простое яичко, а золотое яичко. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. А дед бил яичко и не разбил. А баба била яичко, да не разбила. Не надо думать, что «Батлейка» – это спектакли только для детского возраста. Взрослые остаются под таким впечатлением, что в восторге больше, чем дети. От спектаклей и вообще в целом от воздействия «Батлейки». Это совершенно не случайно, потому что «Батлейка» собирает в себе практически все виды искусства. И происходит такое одновременное воздействие музыки, актерского мастерства. Торжественное открытие 5-го международного фестиваля этнокультурных традиций начинается в полдень. Выступления фольклорных коллективов Припятского Полесья и официальные поздравления, в том числе от имени председателя Гомельского облсполкома. Самый молодой на Гомельщине фестиваль через призму этнической культуры, быта и традиций показывает свою аутентичность, неповторимый колорит и открытость миру. И, пожалуй, главное событие – вручение дипломов и статуэток «Почетный Полешук». Эта традиция в Лясковичах насчитывает уже 4 года. За это время такое звание получили 7 человек, которые внесли значительный вклад в развитие Полесского региона. Теперь в этом списке еще 2 фамилии – байдарочника, олимпийского чемпиона и 7-кратного чемпиона мира Романа Петрушенко и дирижера заслуженного ансамбля «Вытянанка» Столинского городского дома.
Дома культуры Петра Остапчука. То есть я, образно говоря, вырос и в деревне, мои родители много времени провел, поэтому все-таки чувствую, что полюшу. Есть. Все-таки приятно, что отметили. Пятый международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» завершился. Уже в ближайшее время Национальный парк Припятский начнет готовиться к следующему форуму. В том, что праздник обязательно состоится, сомнений нет ни у кого. Вот заканчивается фестиваль, и мы сразу начинаем. Здесь будет выстроена набережная, расширится канал. Там будет целая инфраструктура созданная, и она должна быть задействована не только для проведения там фестивалей, массовых мероприятий, но и для туризма, для такого экскурсионного туризма. Я думаю, что у этого фестиваля очень большое будущее, потому что много лет я проработал с нашей творческой молодежью, и я видел, с каким трепетом они относятся к народной культуре, к нашему танцу, белорусской песне, к белорусскому слову, к нашим прекрасным белорусским ремеслам, которые сегодня развиваются в регионах. Такой фестиваль, он просто обречен на успех и на большую удачу в будущем. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели.